В РАУ стартовал проект Comedy Fight Club, когда каждый может радовать собственным чувством юмора не только зрителя, но и себя самого. Здравствуйте, дорогие друзья! Как настроение, родные мои прекрасные? Заработанными деньгами, потому как победителя турнира Comedy Fight Club ждет заявленный организаторами призовой фонд. Качество и, что немаловажно, авторство шуток будет оценивать члены жюри. И вместо итоговой балловой системы предусмотрены поставленные за каждую удачную шутку лайки. Сам чемпионат разделен на несколько туров, а выступали ребята в самом различном формате. Были индивидуальные выступления, дуэты, команды. По-особому зал встречает выступления ребят из военного института имени Вазгена Саркисяна. Их выступление на площадке РАУ стало уже традиционным. Հասար, սկաս, մարմնամարզական կեցված կնդունիր, մարտական դիր կնդունիր, Facebook-իս դրուժիցը ընդունիր, հող տղաջան, բանակում էրխոս չի կարելի։ Сегодняшний вечер щепотку интеллектуального юмора. И поэтому мы сегодня будем говорить о... Привет. А?
А если бы никто не поможет вам, ничто не спасся, если бы теперь... Это Карен, мой младший брат, и он подтверждает известную народную мудрость. Красота спасет мир? Нет, в семье не без урода. А ты самокритичный. Скажу, чтобы вы поняли. Карен изначально в нашей семье планировался как материнский капитал. Но потом что-то пошло не так. Ой, как смешно. Я вижу, тут кто-то такой смешной в подслушанном раунде. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, а что с вами? Если скажу плоскостопие, поверишь? У меня с лицом проблемы. А, у вас грыжа лица, да? Это мой нос. У меня со ртом проблемы. Я твой рот не сразу заметил. А что с ртом? Я простудился, и у меня губы потрескались, и вместо помадки я суперклей намазал. Теперь месяц так хожу. Доктор, помогите. Очень трудно. Ничего, кроме спагетти, не могу есть. Даже борщ через трубочку ем. Доктор, помоги. Хорошо, я придумаю. Что? Что за врач? Смотри, я же сам врач. Не умирай, но не в мою смену. Не надо, нет. Что с вами произошло? Все хорошо, я просто так зеваю. А, ладно. Знаете, я вспомнил, у нас есть одно средство импортное, таджикское. Вот, прошу, намажьте, оно вам поможет. Доктор, что ты с моим ртом делаешь? Сколько я тебе должен? 500 000. Как это ты мне плохо делаешь? Армянская стриптизерша выпрыгивает не из торта, а из мангала. Человека больным клаустрофобией хоронят с приоткрытой крышкой. Армянская мафия нелегально торгует кокаяном и героином. А теперь поговорим о главном. В Ереване состоялась презентация iPhone S. С появлением на рынке нового конкурента в лице iPad, армянские производители смартфонов почувствовали запах пороха и взялись за разработку нового гаджета под названием iPhone S. Официальные представители с гордостью сообщили, что данная модель будет их первым продуктом с собственным программным обеспечением. Для нас это большой шаг вперед, поделился радостью глава компании Tans Тигран Сарксян. Мы годами работали над метеоприложением Horace RF и будильником StopWake. Система защиты блокировки частично финансируется компанией Sanitec в рамках акции непреднамеренного спонсирования. Рано или поздно мусор должен был встать на защиту общества, уверен господин Сарксян. Впрочем, самым приятным нововведением станет возможность заряжать девайс, просто сказав ему «Лявы-лях, Перес». Покупатели также ждут мелкие радости. В частности, iPhone S приключений будет приветствовать владельца голосом Рафи Хованисяна. Ես ծովում եմ պոլիտեխնիկում ու պոլիտեխնիկում ռուսերեն իմացություն այդքան էլ կարևոր չէ, բայց քանի որ իմացանք որ կամ է դիպակ դաբու մարգավոր է նաև ռուսերեն իմացություն, այդ պատճառով մեզ մոտ ռուսերենի համար պատասխանատու է Նորոն. Դա, դոբրի, սադաչոկ, մայա սիմյա, Սանդորը մայա միլի, մայ մուրաշ. Посмотрите, раз-два, хорошо. А теперь все вместе изнасилуем только Армену. Хорошо, он доволен, вероятно. А теперь остановите, парень, останови насилие. А теперь,
все вместе будем что сделать Вахе Хачатряну? Аплодировать! Аплодировать! Но вы видите, аплодировать. Шучу, шучу, только изнасилуйте, я потом аплодирую. Теперь посыл, но он в политехнике Русселени, амбиони варичные. Да, да. Да, я варюсь в амбионе, да, это уже сколько лет, сколько зим, я варюю, варюю, да. Просто вы как изнасиливали сочу, что из них пирожки по коже. Лав, лав, екайте, елканасны, емьянкабитасны, мэрамарнери. Давайте не передвижаемся и пойдем на мирах. Հղի կանանց վանտազյան շատ մեծը, նրանց մտի մտա հորիզոնը շատ մեծը, և նրանց մտքով ինչեր ասեց, որ կարող են անցնել, և նրանք ամեն փոքր արիթից կարող են նեղանալ, տեսնենք այդպիսի մի դեպք։
Ваня. Որպես я ավել հասկանակ ասեմ, որ ես դեմքով քաշել եմ մամային, իսկ դոշով պապային. Ինչ խաչած զարմանալի կլինի, թե ես դեմքով քաշեի պապային, իսկ ես դոշով քաշեի մամային. Ինչպես հասկացաք իմ մաման ռուսա? Միակամից ասեմ, որ իմ օրական տատին որպես սովորական հայկին դեմ էր, որ իր հարսը ռուս լինի. Ու մոտ 2 տարի հարևաններից ստացնում էր, որ ինքը ունի ռուս հարս. Իսկ այդ հարևանները հարցնում են, «Էդ ո՞վ են արավ ձեր զիբիլնա թափում պատուաներն ալվում»։ Ասում է, «Հեչ մալականա»։ Ո՞վ են տալի գալի մաքրումա։ Ու գիտեք էլ բացարձակվեց, որ մամաս մալական չի, երբ 2 տարի ապրելուց հետո մեր հարևանները նկատեցին, որ մամայի մոտ մորուք չի աճում։ Չէ, կատակ եմ անում, աճում ան։ Բայց Չէ, իսկականից կատակ եմ անում, ոքե մեր հայերի մոտ ես կարծրատիպկա, չէ, որ մալականները անկար սերից պտի թտու դնեն ու մորոքով լինեն։ Ու միջորը ստատի շիամը գրվում մամայիս հետ ու դրամար հետ է միշտ ինադու հայրենախոսով, որ մաման ընդհանրապես բան չհասկանա։ Ոնակ ինքը հանգիս կարա մամային ասի, որ մակարոնով պլավ պատրաստի, բայց չէ, ինքը ասում է, «Իրինա, սիվոդնյա պրիգատով նամ պլով սե»։ Այդ մակարոնը ռուսերին ոնց է։ Սիրկարական ուրախը մորած ակամ։ Բնականաբար մաման չի հասկանում, ասում է, «Շեմ, սիրկարական ուրախը մորած ակամ»։ Я не понимаю. Արտուրիս իջ հարցից բերի մակարոնով պլավ ինչը չի կարում սարքի։ Կամ ասենք տատին մաքրություն անում, մամային ուզում է գործի դրա ծլնի, մամային ասում է, «Իրինա, ոն տամ ոտ պրապիլի սոյս»։ Где? Ну вон там около Хатакапата Чехкапайта. Что? Хатакапата Чехкапайта. Я не понимаю. Арпуэси комора шантик чили, но мяч узу мадамадин хаби комора укнац лини. Бэц верчес мяд хакарак дэппеги унеца. Мама коши керакну му ражока челкет, ну? У тадин арцинума, мама, где у нас ражок для обуви? Да и тадин ты арыта чекор церец, а сума инч? Мама керканам асма, ражок для обуви, где? Инчес хосун ванчен асканам. Мама, где ражок для того, чтобы засунуть ноги в обувь? Ազանիմ ասել մարդավարի արտայտվի հայրեն խոսան, ու դե մաման հոչը շշեց, մամա ասում մեր եկը դեկը կնա արտամարտաբրդի չէ ուրա ուզում ես որին որ չէ վերջույթներից ոտնատատերը մծնը կոշիկների, ոտնամանների, իսկ ավելի կոգրը տրեխների մեջ։ Սանդարվա հարսը իրան ասում է, բայց դե տատիսը սանդարվա կեսուր լինելով պատասխանում է, «What you say, Միգայլը»։ I'm a mother of her husband. I'm a grandmother of her little niggers. Why should I know where the fuck is Gilles de Rajok? You daughter of Malakan. Because for some young dead men, you're just a little bit of a mess. Ինչպես նշեցի սկզբում իմ ազգանունը Սարգսյանը, ու իդեպ ես Հայաստանի միակ Սարգսյանը չեմ, ով ունի ռուսական հայացքներ։ Ուղղակի իմ մտա բնականն է, իսկ իր մոտ հանրապետականը։ На сцене головоломка. Почему головоломка? Сейчас поймете. Внешне все девушки абсолютно разные, но внутренний мир у них у всех очень похож. Чтобы доказать это, я выберу и приглашу на сцену любую девушку из зала. Вау! Как много красивых девушек сегодня не пришли. Вот вы, красавицы! Да-да, вы! Ой, простите. Простите. Вот вы. Здравствуйте. Как вас зовут? Нона. Очень приятно, Нона. У вас есть парень? Да. Странно. Он бухает? Нет. Очень странно. Ладно, неважно, прошу на сцену. Давайте поаплодируем, это очень смелый поступок. Дорогие друзья, я как психолог покопаюсь в голове Ноны, и мы посмотрим, что там происходит. А в голове любой девушки живут следующие персонажи. И первый персонаж — это паника, а зачастую агрессивная паника. Блин, сколько людей! Зачем ты вышла на эту сцену? Почему они смотрят? Почему они ржут? Я же тебе говорила, что ты жирная! Не стоит тебе надевать эти сапоги, они тебя полнят! Ты толстая! И что тебе делать? Следующий персонаж — это женская сентиментальность. Ой! Да
Ну и, конечно же, должен быть персонаж, который будет ими управлять. Дамы и господа, женский мозг. Паника, сентиментальность, успокойтесь. Как вы заметили, даже у брюнетки мозг блондинка. Ну а теперь давайте пообщаемся с Ноной и посмотрим, как эти персонажи будут себя вести. Привет, Нона. Так, ей сказали привет. Нужно думать, что будем отвечать. Что? Я знаю, включи логику. Включи логику. Где логика? Дорогие друзья, как вы поняли, у женского мозга, как обычно, отсутствует логика. Кто сказал, что логика отсутствует? Я здесь. Я! Дорогие друзья, женская логика. Здравствуйте, логика. Ей сказали привет, что будем отвечать? Ей сказали привет, а давайте мы обидимся. Почему она должна обижаться? А пусть сам думает. Ответь что-нибудь адекватное. Адекватная? Тогда давайте так. Он ей сказал привет, а она ему: лилипуты, мракобесы! Какие еще лилипуты? Такие маленькие, как женский мозг. Предложи, пожалуйста, что-нибудь нормальное уже. Нормальное? Тогда давайте так. Он ей привет, а она ему такая: комбо, лилипуты, мракобесы! И обиделся. Я не понимаю, почему она на простой привет должна отвечать такие вещи? Как? Потому что в каждой женщине должна быть доля загадки. С хренами! Доля воровская. А какая доля? Я не понимаю, какая еще доля воровская? Нона, как я вижу, у вас немного мозг завис. Я повторю, привет. Так, ей сказали привет, думаем, что будем отвечать. Давайте разберемся без логики. Давайте. Если ты будешь здороваться, если с тобой здороваться, значит, желает тебе здоровья. Если он желает тебе здоровья, значит, он думает, что ты болеешь. Значит, он думает, что ты больная. Скажи ему, сам ты больной, придурок. Скажи ему, так ответь. Это был простой привет. Привет не бывает простым. Yeah.
отлично. Дорогие друзья, вот что происходит в голове у девушки после обычной фразы «Привет от парня». С вами была Головоломка. Спасибо! Жюри Антон, Линеров, я ятсацем Болор Рехиков. Я в Аментех, в честь меня отсанагрым, я смешно с вами любовым. Славянский хаткапец, цапар, Мартин, Норман, Сидор, Ишатуран, Искапец, Болори, Хамар, Шуагамичу, Дезин. Победителя турнира Comedy Fight Club мы узнаем в декабре. К концу года состоится финал турнира.